Доброе утро и добро пожаловать на мой канал. Да, мы дома. Мы уже дома после длинных выходных, проведенных в деревне. И знаете, что мне не хватало утром, когда я проснулась? Звонкого, громкого, кричащего кукареку. Ну, такие есть минусы в деревне. Кто рано ложится, тот рано встает. Да, поэтому. Ну, что поделаешь. Ну, а сегодня, как обычно, как всегда, домашние дела. У меня уж тут стирается. Сейчас позавтракаю, сбегаю в магазин. Кое-что там надо подкупить. Подъели. Готовлю обед. И по нарастающей. Так что... Новый день, новый влог, новые дела. Сейчас развешиваю белье. Машинку я всегда оставляю вот так вот открытой. И поддон. И машинку где-то на сутки, чтобы проветривалась. Тут у меня еще варится компот с малины. В общем, как всегда, обычные дела. Как тут мои фиалочки поживают. Уже распускаются. Скоро все уже зацветут. Здесь уже отцветает. Надо это вот это вот сухое все подстричь, убрать, отрезать. Я тут, кстати, еще решила одно посадить. Беру просто вот такой вот листочек, водичку. И как пустит корешки, так посажу. И вот так вот я размножаю свои фиалочки. Красавицы. Всегда цветут. Всегда. И зимой, и летом. А на улице у нас какая-то аномальная весна. Апрель месяц, а все еще... Даже листочки не распускаются, ничего не цветет. Слушайте, ну в этом году, да, у нас была классная зима. Зимушка зима, прям настоящая. Мы катались на санках, поморозились, так снег был, все было классно. Но весна, где весна? У нас нету весны вообще. У нас в апреле всегда уже все цвело, деревья все зеленые были. В этом году, апрель, у нас было 23 градуса. Самая высокая температура. Потом резко понижение температуры до нуля, ночью до минус, снег. Это что за весна? Ну реально, ну что такое? Ну хочется весны, хочется тепла, хочется солнца, настроение поднять. Как? Вот как? Ладно, не будем зареветь. Идем в магазин. Там поднимать настроение будем. Магазина пришла, попью сейчас компотик, потом буду разогревать обед. Малинка вкусная, тоже последние ягоды с огорода. Я замораживаю очень много ягод: вишня, смородина, малина.
Потом пью компоты зимой. Витамины. На обед у нас будет суп лапша и картошка с мясом, как всегда. В общем, пью компот, иду разогревать обед. Ричи уже на кухне трется, уже ждет. На тебе ухо, ухо, ухо. Ау! Отдай, отдай. Отдай. Ухо, отдай. Отдай ухо. Какие зубы у тебя. Какие зубы у тебя. Дай маме ухо. Что, вкусное? Оп. Куда? На свое место, да. На свое место. Вкусняшку кушать. Только тут. Какое вкусное ухо. Ой, какое вкусное ухо, Ричи. Ой, надо еще купить. Потому что это уже последний кусочек от отрезанного уха. Кушай, кушай. На, Ричи, мы тебе ногти подстригли. Теперь тебе вкусняшку дам. На. Не спеши, не спеши. Ноготочки подстригли такие маленькие теперь. Не стучит. Кушай, кушай. Не спеши, кушай нормально. Не любит он подстригать ногти. Стресс для него и для меня тоже. Да, Рич? Сердце аж колотится до сих пор. Думаете, так легко собаке подстричь ногти? Угу. Не так-то уж и легко. Да, Ричи? Надо намордник еще одеть. Не, намордник не надо, я шучу. Просто надо аккуратно, чтобы не ошибиться там. Венку не порезать. Один раз так нечаянно чикнула. Потом кровил пальчик. Так что аккуратно. Да, Рич. Кушай, кушай. Стресс снимай, кушай. А я коктейльчик попью тоже. Стресс сниму. Молочный. Банановый, ванильный коктейльчик. Ну не обижайся на меня. Ну надо тебе ногти подстригать. Надо, да. Да. Я и так ждала, ждала, пока они отрастут, чтобы не так часто тебя мучить. Лежит, обиделся. Да? Ты обиделся на меня. Я зато тебе вкусняшку дала. Вкусняшку дала. Ну ты ж хороший мальчик. Да? Ты ж хороший мальчик. Поэтому не надо обижаться на мамочку. Ну, Рич. Целуй маму. Все, все, хороший мальчик. Ну уже все позади. Ну что? Кто-то там звонит. Я хочу включить фильм. Мне тут один фильм порекомендовали. Называется «Миссис Уилсон». Вот. Хочу. Там 3 серии, по-моему, всего. Хочу посмотреть, потом сказать, хороший или нехороший. Потому что, ну, что смотреть? Не знаю. Вот всегда спрашиваю. Посоветуйте, что посмотреть. Вот мне тут посоветовали. И буду заканчивать свой влог. Он, наверное, получится таким коротеньким. Ни о чем. Ну нет, просто короткий получится. Потому что снимать нечего. Сидим дома. Никуда не ходим. У нас все закрыто. Никаких изменений нету. Никуда мы не ездим. Никому в гости не ходим. Магазины все закрыты. Выезжать никуда нельзя.
Кроме как в продуктовый и домой, в продуктовый и домой. А, на работу и домой, на работу и домой. Так что новостей никаких нету. Будут новости, расскажу. И на этом я буду заканчивать свой влог. Надеюсь, это видео будет для вас интересным. Хотя сегодня влог был в основном больше про речка, да? Речь. У нас столько событий с тобой сегодня было. Ну да ладно. Не забываем. Пальчик вверх. Обязательно поставьте. Напишите свой комментарий. И если вы зашли случайно на мой канал и не подписаны, подписываемся. И мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. До новых встреч.